Своя земля. Беларусь-2022.3 мощностью 212 лошадиных сил. Преимущество данного трактора – это сочетание высокой мощности, простоты конструкции и комфорта работы оператора. И здесь установлен новый передний ведущий мост повышенной размерности с увеличенными колесами. По цене это насколько дешевле, чем импортные аналоги? Ну, по сравнению с западными аналогами, это дешевле на 50, от 50 до 100%. Гомсельмашева представляет на этой выставке своего флагмана. Это комбайн GS-21-24. Это комбайн-рекордсмен по намолоту в 2022 году. Было убрано 6060 тонн. Рекорды просто так не даются. Это достигается за счет слаженной работы всех систем. Электронная система. Здесь установлена система Cognitive Agropilot, которая упрощает труд комбайнеру. Стоят две камеры наружного наблюдения и очень удобное кресло. Установка климат-контроля позволяет работать в хороших условиях. Екатерина Александровна, какая продукция Дуросана Белагро имеет особый спрос? Клубника и цветы. А в программе импортозамещения какими новинками будете удивлять все последующие месяцы и годы? Будем огурцы цветокультура, томат цветокультура, ну и также продолжать клубника. Батрас Викторович, как готовы поставлять в Беларусь свою продукцию из Осетии? Мы сегодня представляем продукцию производителей Северной Осетии на выставке «Белагро» четырех производителей. Основная наша продукция – это осетинские пироги. Бренд, который себя зарекомендовал не только в России, но и в многих странах мира, в том числе Америка и Дубай. Мы хотим, чтобы граждане Белоруссии наслаждались качественными осетинскими пирогами. Также мы представляем здесь продукцию и натуральные конфеты в таком... Вода экологически чистая и дезинфицирующие средства. Мы сюда приехали в поисках партнеров, но, как говорится, одностороннего движения не бывает. Движение должно быть двухстороннее. Если, найдя здесь потребителей нашей продукции, мы хотим, чтобы, вот, пройдя по выставке сегодня, увидев ту продукцию, которая производится в Беларуси, те мясные и молочные изделия, изобилие этих продуктов, качество этих продуктов, мы их даже опробовали. Я хочу, чтобы в России, граждане России и в том числе Осетии пользовались этими качественными продуктами Беларуси. Мы хотим наладить двустороннее движение, чтобы продукты России поставлялись в Беларусь и продукты России, качественные продукты, еще раз повторяю, мясные молочные изделия, чтобы они поставлялись в Россию, чтобы граждане России употребляли качественные белорусские продукты. Привет, привет, фанаты белорусских комбайнов! Я робот Агробот. Я прибыл сюда из будущего 2124 года. И сегодня расскажу вам о неподражаемой компании «Гомсельмаш». Меня собрали умнейшие инженеры «Гомсельмаша» и направили в этот временной промежуток для представления вам моих предшественников. GS-21-24. Высокая производительность и высокие технологии. GS-12A1 Pro. Комфорт, проверенные временем технологии.